12 декабря – выборы президента страны. Текущая работа начнется уже осенью. С 12 сентября ЦИК начнет принимать документы кандидатов, в том числе онлайн. Заработает система «Личный кабинет». Прийти в центр Сберком кандидату нужно будет только при выдвижении. После того, как выдвиженец принес документы, он получает статус выдвинутого кандидата. Ему будет вручаться логин и пароль ко входу в личный кабинет. Кандидат после выдвижения может часть документов передавать в электронном виде. Цитируем председателя Центра Сберкома Елену Городецкую. В ЦИКе уточнили, организационные мероприятия уже проведены. Проверена готовность участковых комиссий проводить голосование. Уточнены границы избирательных участков. Все помещения для голосования остались без изменений.